Привет, друзья, с вами Карникс, и сегодня мы продолжаем играть в Террарию. Ну что ж, собственно, пришел тот миг, когда нужно убить нам культиста, и может даже мы успеем зачистить пару башен. Я, собственно, подготовился. Бритвенный тайфун я зачарил до мифического, я выбил крылья, как вы и говорили, что выбей крылья, ты будешь дальше и лучше летать, бла-бла. В общем, я их выбил. И закупил еще зелье маны, и спрашивали меня, что это за посох. Это посох пигмеев, который выпадает с плантеры. Вот. Так, я думаю, особо там не строить никакие арены под ним. Вот буквально нам 3 бафалки. Ну, 5 бафалок. 5 бафалок, в общем, и зелье. Зелье я закрафтил с запасом. Уже, наверное, до Лунара у нас будут эти зелья. А сейчас пока направляемся, собственно, да, в самый конец, к данжу. Вблизь которого мы, собственно, и будем уничтожать сектанта. А нет, он не сектант, он культист. Да, культист-лунатик, вот, если я не ошибаюсь. Вот, собственно, его мы будем вносить в кашу. Так, вот мы, собственно, и на месте. У нас тут даже аренка еще готовая осталась. Вон они там, ребятки, чудят что-то. В принципе, я до конца не уверен, что мы сможем его прям в кашу. Так, пардон. Сейчас уберем. Я не уверен до конца, что мы как бы в кашу разнесем, но я на это очень сильно надеюсь, так как у нас хвоемет, у нас эти все шикарные вещички. Бритвенный тайфун, боже, я все время забываю, как он называется. Так, ставим, ставим, используем. Факел стырили, не знаю зачем. Пьем зельки и поехали. Что нам тянуть-то, собственно? Ну, давай, появляйся. Ну. Я забыл поменять только вид брони, походу. Давайте на всяк пожарное поменяю все-таки. Вот так вот, чтоб беды не было. Внезапный. Так, вот он сейчас клонов на вызывает, блин. Давайте в кашу как. Ну, в принципе, так мы будем его дольше бить, но мы его 100% убьем. Мне кажется, во всяком случае. Так, их теперь двое, замечательно. Главное хилиться. И все. Да, проблем не намечается. И взрывается, и лазеры пускает. И ледяные колючки. Ну ты какой, а? Их что уже? А, боже, мне показалось, их уже трое. Думаю, ну отлично. Да прекрати ты уже, боже. Наклонировался, блин. Сколько только можно. Боже, их уже четверо, да ладно. Жесть. Но главное, что у нас вампирик работает. Это главное. Все, их пятеро. Больше, я надеюсь, не будет. Так, задамажили нас, кстати, нехило. Ужас, ужас какой.
Да хватит уже, вас что, вам пятерней мало бегать или что? Вам одиноко? Шестеро, ну давай шестером. Я такого еще не видел. Я максимум что видел, так это втроем. Они бегали. Это я тогда рейнджером. То есть выходит рейнджером его гораздо быстрее убить. Ну ладно, не будем заморачиваться. Давай, семеро. А, еще и драконы какого-то вызвали. Почему бы нет? Давайте и дракона. Все, что хочешь, вызывай. Мне главное хилиться, а ты вызывай что угодно. Так, тихо, тихо. Без резких движений. Да хватит призывать, ну. Сколько у тебя уже осталось? 7000. Ну давай уже умирай. Прекращай. Пять тысяч. Боженьки, как долго тебя месить. Хотя, думаю, без вампирика убили куда быстрее. Ой-ой-ой, опять змей какой-то. Ой. Так, 2700. Ну давай, 2700. 2300. Еще? Тебе мало народу? Серьезненько? Ой-ой-ой, ой-ой. Так, и мы сразу на территории какого-то из шкафов на... Ой, этих. Башень находимся. Уйди. Хилимся. Да. Как-то так. Сейчас посмотрим по карте. Я так понял, что мы находимся на территории одной из башен. Желтой. Желтая одна, кстати, из самых жестких башен. Так, сейчас посмотрим. Карта. Да, как раз на территории желтой башни мы находились. Вот такие вот пироги. Так, хорошо. Я забыл вообще одну вещь сделать. Я ж насобирал ресурсов на... Собственно, Анх. Так, и... Где наш щит? Щит Анха. Отлично, я про него просто вообще забыл, а там бежал на территорию вот этой пустыни. Зараженный и нечаянно убил этого... как называется? Парнишку... Мумию, короче, темную. И с нее мне выпала повязка. И в тот момент я как раз вспомнил о существовании вообще такой вещи, как щит Анха. И пошел, собрал этот мегафон, и все. Все остальное у меня было, поэтому проблем нет. Так, хорошо. Давайте попробуем теперь, где наша медсестричка. А, блин, мы бафлки там оставили. Ладно, фиг с теми бафлками. Так, медсестра. Где медсестра? Вот она. Так, хилимся, вызываем дурачка. Так, на отхил, и попробуем сейчас разрулить зеленую башню. Она где-то прям под базой. Ой, они мощные. Крепенькие, я бы сказал. Так, а если тайфуном? Слабее бьем, зато отлично восстанавливаемся. Да, это, конечно, мясо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это замес. Но мы их довольно долго валим все-таки. С набором на хп мы их реально долго будем валить. Так, в кашицу. Давайте, наверное, баночек бахнем.
Давайте попробуем на секундочку переставить на маску. Сейчас должна начаться просто жесть. Совсем другой урон идет, видите? Еще придачу эти дополнительные ракетки. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Ну да. С маской куда веселее. Так, хил. Так, я же к башне не подлетел. Я даже не знаю, достаточно, недостаточно я убил. А где башня? Вот башня. Так, теперь хоть буду знать. Так, тихо, тихо. Так, давайте отхил, отхил. Есть, есть. Ну. Я, кстати, сейчас не управляю полетом. Оно само меня дергает влево-вправо. Слегка неуютно, если я чувствую этот момент. Ух ты ж, сколько вас там. Так, башня, давай, открывайся уже. Вот опять меня дергает без моей воли. Не дает мне взлететь, падла, ну. Вот сейчас полностью само летает. Ужас какой. Так, дай я пролечу, все. Да перестаньте вы меня дебафать уже, а? Сколько можно? Так, дайте отхил. Пролетим, 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 пролетим. Есть. Хилимся, хилимся. Баночек у нас должно хватить. Во всяком случае, я так думаю. Ух ты ж, сколько вас там. Ёшкин-матрёшкин. Руби, 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 руби. Так, кто меня косает? Так, открыли, открыли, открыли. Ух ты, ёпарасоте. Охренеть. Откуда вас столько? 24 врага рядом. Там какой-то сверхспаун просто. Ёшкин кот. Да вы чё? Так, я сейчас походу сдохну. Хильси, хильси, хильси. Так, дебаф уйди. Ёпарасоте. А, и опять дебаф сработал. Так, от дебафа уходим. Это ужас какой-то. Я думал, хотя бы в этом моменте ничего не изменится на эксперте, но нет. Даже тут они умудрились зажестить до ужаса просто. Так, где башня? Жрём башню. 11 тысяч. 10 тысяч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, дебафнули опять. Та ёпрсоте. Давайте попробуем хуеметом. Сколько вас там? Ну и хуемет тоже как-то, в принципе, по бубну. Ой-о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 й
Да, отлагай, отлагай. Точнее. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, есть, одного даже убил. И гляньте, заграждают, не дают мне башню оттащить. Это вообще предел хитрости. Так, фу, уйдите от меня, башня. 1500 осталось всего лишь, ну. Убегать. Хил, есть. Все, вроде бы вынес башню. О боженьки,
Это ужас, я вынес башню. Так. Месим. Нам с ними... Блин, да хватит меня дебафать. Так, фу-фу-фу-фу. Нам как-то их все-таки уничтожить всех надо. Так, дебаф уйди. Так, перелетаем, перелетаем. Ух ты ж, блин. Перелетел 10 раз. Так, где башня была? Где башня, башня, башня? Где-то тут. Вот. Собираем, 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 собираем. Есть такое дело? Я не знаю, что с ними делать. Их реально дохренища просто. Так, хвоемет. Давайте попробуем переключить на маску. Так, и поехали. Давай, маска, я в тебя верю. Давай, в кашу их всех вообще. Да ладно, что, все? Охренеть. О, еще одна повязочка на глазах. Это жесть. Это было реально тяжело. Но это не так тяжело, как будет тяжело с желтой башней, я уверен. Так, хорошо, дальше у нас какая? У нас рядом возле дома есть розовая. Ну, давайте попробуем розовую. Ну, вот это... Суть заключается именно в слове «попробуем». Потому что это просто какая-то жесть. Так, давай, летим, летим, летим. Так, у нас сейчас маска, да? Угу. Так. Эч. Пьем зелье. Так, музычка меняется. Веселье начинается. Так, а где башня сама? Ой-ой-ой-ой, это те, что телепортируются. Ой, они нехорошие какие. Не, они меня в кассу тупо сливают, это ужас. Ой, надо будет что-то придумать. Я не знаю, стреляют ли они через блоки. Возможно, через блоки не стреляют. Можно будет залезть где-то в дырочку и оттуда выстреливать их. Так, давайте попробуем еще раз. Давайте на ХП сразу же. Вообще, без каких-либо колебаний. Так, хильнемся. Но меня это настораживает. Я, может, даже башни не все убью. Так, музычка меняется. Ой-ой-ой, потемнело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы реально можем не успевать отхилиться просто. Еле успеваю отхилиться, реально. Это если от всех их ракеток уворачиваться. Тихо, тихо, тихо. Оп. Да, если пытаться уворачиваться, то можно, в принципе, им поряхи донадавать. А так это Unreal полный. Только попадаешь в саму гущу событий, сразу вообще сносят, даже не замечают. Так, тихо, тихо. Главное аккуратненько. И не таранить эти шарики. И вообще будет замечательно. О, капец. Так, еще затемнение. Просто капец. Тихо, тихо, сейчас можем сдохнуть. Ой-ой-ой, я упал, тихо, подъем.
Понятненько. Мне даже интересно, сколько мы убили. Жаль, что нет этого самого счетчика, который бы нам давал понять, сколько мы убили и сколько нам еще осталось убить. Что я могу сказать? Это просто ужас. Так, вызываем. Это уже мы какой-то третий раз бежим, да? Я боюсь представить, что на желтый будет. На желтый будет вообще, наверное, неописуемая тяжесть. За счет тех дурацких змеев, которые... Ой-ой-ой. Которых можно убить только благодаря тому, что атаковать их хвост. Так, зельки. Так, сама вышка. И, в принципе, пока не открыто, поэтому валим на краешек. Так, хватит мне в жопу стрелять. Так, тихо. Еще и этот снегопад идет, метель. Так, потемнело. Тихо. Потемнело, это еще не конец. Так, не таранить. Там, по-моему, 200 мобов надо убить, если я не ошибаюсь. Или 100. Ну, в общем, большое количество надо их убить. А это не просто, как вы видите. Главное стараться от этих ракеток уворачиваться. И тогда мы бед знать не должны. Оп, оп, тихо. Это я зря. Трех мобов протаранил, блин. Еще одного протаранил. Так, ракеты нафиг. Нафиг. Интересно, я замечу эту волну, которая происходит от освобождения типа башни. Или я ее просто не замечу. Ай, ай. Ко мне в морду. Так, фу. Фу. Отхилиться даже не дают, сволочи, да? Опять таранился, ну? По 140 бьет, боже, это обычный моб. Дожились, ребятки. Так, бежим. Эй. Так, надо все-таки проверить башенку. Потому что что-то мы их сильно долго месим. Ой, застрял вообще, шикарно. Ой, башенка открыта. Месим башенку. Так, как бы ее... 4000 снесли уже, походу. Это очень даже хорошо. Ой, под воду упал. А, но у нас же теперь замедление не работает. Точно, по барабану. Так, башенька, 13 тысяч из 20. Ой, боже, так. Тихо, закоцались. Так, потемнело. Это хреново. Там... Да, не взлетели там совсем чуть-чуть. Но я обязан добить, ребята. Я обязан сейчас добить эту башню проклятую. Нас нет, а он еще, падла, стреляет, ну? Туманный летун. Летун космический. Так, хорошо. Снова призываем нашего пигмейчика. Берем наши страшные тайфуны. Давай. Тебя в кашу. Ага, уже тут. Уже тут нас ждут.
Так, возвраточка под башню. Тихо. И валим башню. Так, башня. Так, упал. Башня 7000. Ох, так. Нам на этих лазерных говнюков облетать. И тогда проблем не должно возникать. Вроде как. По моим наблюдениям. Так, 1500, 1200, 1100. Ну, давай. Прощай, башня. Прощай, говорю. Все, нет башни. Ура. Фух, так, спаун этих говнюков закончен. Теперь осталось им развалять все. Ой, блин. Там еще и гигант этот. Вот я говорил только про этого голема ледяного, что я его никогда не встречал за это прохождение. Вот он, пожалуйста, приперся, скотина. Самый, блин, подходящий момент. Все, умираю. Все, с ним разобрались, ледяное ядро с ним выпало. Все как надо. Ну что, собственно, возвращаемся домой. Ух, ребятки, вот такой вот вышел у нас эпизодик о том, как мы убили культиста, лунатика и парочку башенок. Зря, конечно, две ближние, надо было, наоборот, две дальние убить. А ближние на потом оставить. Ну, ладно. Затупил так затупил. Ну что, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!